Поздравляю, сегодня первый день зимы, декабрь, день приманивания снега. Мамика второй. Сегодня в Украине день работников прокуратуры. В 1891 году Джеймс Нейсмит придумывает игру баскетбол. А в 1903 на экраны выходит первый вестерн «Большое ограбление поезда». Сегодня день рождения ангелов Платона и Романа. Шутка дня! Железный человек привез из отпуска 15 магнитиков, хотя и не планировал. Факт дня! В Бельгии можно получить штраф за игру в снежки. Синоптики сегодня обещают снег и солнышко. +1, +2 на Шулявке. Любите зиму, играйте в снежки, у нас можно. Хорошего дня!